На Ямале зимники в этом сезоне до сих пор не эксплуатируются в полном объеме. Причина – теплая зима. В этом году температура на 7-8 градусов выше климатической нормы. И в результате дорожникам не удается нарастить лед на переправах. Чтобы выдержать вес большегруза, толщина покрытия должна быть не менее 1,5-2 метров. Сезонные дороги периодически закрывают или вводят ограничения по грузам. А зимник Аксарка – Салимал Панаевский Арсале и вовсе не был введен в эксплуатацию. Аномально теплые зимы, уверены ученые, закономерный и необратимый процесс. Особо заметны эти изменения именно в Арктике. Как пишет российская газета, ссылаясь на НИИ Росгидромета, к концу века зимы на Крайнем Севере могут быть теплее еще на 10 градусов, а лето на 5.